Ранняя весна, пора профилактики и проверки готовности к пожароопасному сезону. В Ленинске-Кузнецком профилактическая работа в данном направлении проводится на постоянной основе, буквально еженедельно. Это особо подчеркивает начальник управления по делам ГУЧС Людмила Якушина. Постановлением администрации городского округа с 15 апреля по 15 июня на территории городского округа установлен особый противопожарный режим. Период высокой пожарной опасности ограничен доступ на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. В этот период за нарушение правил пожарной безопасности штраф увеличивается 2 раза. По этому вопросу активно работает отдел надзорной деятельности, составляет протоколы за нарушение правил пожарной безопасности. Страшны не только природные, но и бытовые пожары, зачастую возникающие по вине самих людей. Достаточно одного взмаха сигареты вблизи неубранной сухой травы и мусора. Кстати, а многие до сих пор не знают, что сухую траву сжигать категорически нельзя. Профилактическая работа с ленинск-кузнечанами ведется постоянно. Главное, чтобы жители понимали, насколько серьезно от них зависит пожарная безопасность. 132 рейда проведено нами. 1186 семей обследовано, отдельные семьи, которые требуют особого внимания, обследованы не единожды, неоднократно. Выявлено 47 семей, которые проживают без регистрации, списки все переданы в отдел внутренних дел. Кроме этого, 70 семей выявлены с нарушениями пожарной безопасности, ну а также электробезопасности. На сегодняшний день установлено 660 пожарных извещателей в 330 домохозяйствах. Работа в данном направлении будет продолжена. До 1 апреля будет установлено еще 164 пожарных извещателя в тех семьях, которые нуждаются в этом. На заседании комиссии было отмечено, что четкое организованное выполнение комплекса всех предупредительных мероприятий позволит снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшить их возможные последствия. И стоит помнить каждому, огненная стихия может быть неуправляемой, а значит, многое зависит от нашей осторожности и бдительности. Анна Шурко, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.